В Зенске в честь празднования Дня России пройдут праздничные мероприятия для детей, тематический кинопоказ, интеллектуальная игра, флешмоб, викторины и конкурс рисунков на асфальте на тему «Мы рисуем мир». Кроме того, будет организована праздничная программа ко дню рождения Петра Первого и велопробег «Большие гонки», а также масса других развлечений для разного возраста. Все эти мероприятия пройдут 11 июня. 12 июня в парке имени Рената Фардиева пройдут спортивные мероприятия, выставка декоративно-прикладного творчества, праздничный концерт «Славим Россию», а также литературная игра «Путешествие», посвященная Дню России. Также в торжественной обстановке на главной сцене парка состоится церемония вручения паспортов юным гражданам России.